Всем здарова, народ! Сегодня, как наверное уже поняли, если вы смотрели сообщество, как мое уведомление, я купил Among Us в Steam, ну а также куча других игр. Вы, наверное, заметили вот это вот. Это охрененная игра, в которую мы скоро будем с вами играть. Пускай она, да, крутка, но, в принципе, я ее просто так купил. Да. Ну и в общем, смотрите, я уже немного поиграл, 96 минут видно, вот смотрите, несколько достижений как бы получил, ну и что тогда? Ну я зарегистрировался, само собой, ну и что, я предпочту начинать. Погнали! Так, ребята, что это? Бенуа Бланк? Так, сейчас, подождите. Вот все, мы с вами зашли, еще Бенуа Бланк. Кстати, да, я тут немножечко прокачался и получил. Погнали. Так, я тут немножечко прокачался, и вот, у меня теперь есть вот эта вот куча всего. Но мне вот это вот нравится, 3D такая вообще офигенная. Что-то здесь, я коплю на вот этот вот костюмчик, чтобы прикупить вот эту вот беленькую маску. За 150 эту, потом за 150 эту, и за 75 уже закупаем. По этой линии мне тут ничего не нравится. Ну как ничего, вот эти вот очки нравятся, а вот все остальное мне что-то вообще не запало прям. Наушнички это может... О, ребят, ну вот этот, короче, будем развивать. Тут вот эту вот потом купим. Потом синьку. Вот эту вот God Bad. Ой. God Bad. Купим Bad. Вот мне нравится вот эта вот надпись на лоб. Ну что, давайте тогда начинаем. Ребята, нет, это хрень какая-то. Какой-то у меня вот был такой беленький костюмчик, мне он как-то больше нравится, я реально такой. Белый костюм обычный. Ну что, что они начинают? Уже 10 игроков из 10, ё-моё. Сразу скажу то, что мы не будем играть ни на 15, ни на 12, там вообще только на 10, потому что мне где-то привычней. Я когда-то пробовал играть с друзьями, и нифига не понял. Но вот сейчас вот вернулся, надеюсь, хотя бы что-то буду понимать. Чё? Сколько он километров так пробежит, ё-моё. Так, член экипажа, хорошо. Да, я поставил два предателя. Выполняйте задание, хорошо. Погнали выполнять. Так. Мне не надо мед. Пункты. Так, а запустить реактор? Ой, ребята, это тяжелое задание. Помню, как я его тогда выполнил. Тунь-тунь. Ох ты ж говно, индекс ко мне идет. Пи-пи-поп-поп-поп. О, сейчас будет пи-па-поп-поп-поп. Пи-па-поп-поп-поп. Все выполнили. Так, самое главное вот к индексу не приближаться, потому что... Труп жены. Труп жены. Так. Ну что, короче, чиним проводочку. Опа! Такой. Пулинка убита. Жми, что? В складе. В склад я шел. Или это не... Да, я шел в склад. Да, я шел в склад. Я кто? Я фиолетовый. Ну, я не знаю, пока что взять. Ну, смотрите, туда какой-то чувак шел. А кто вас зарепортил? Кто зарепортил? А кто узнает? Да, Кусь вроде бы, или кто-то там пошел в склад, вот прямо передо мной. Ну, я выдерживаюсь. Вот прямо передо мной идет. И все. Мне кажется, то, что это не Кусь, потому что, ну, это было бы глупо. Потому что я увидел, да, я свидетель. То, что это не он. Не он, не он, это просто имя такое. Ой, имя, ник. Да, я шел в склад. Но вот этот вот желтый пошел сюда. То есть это не он, да?
Рассуждаем логически. Эй! Ха, это не вот этот, который сейчас рядом со мной прошел. Правда, я не увидел, кто это был. Знал, что не посмотрел меня так. Расплавление в реакторе, ё-моё! Так, может сейчас кто-то... Ну, чел ты. Ну, чел ты? Что? Что? А, кстати, расскажите, это играют люди не только, которые купили в Стиме, а из пираток еще? Если да, то это очень плохо. Базовый странный. Он пошел за мной, сделал фейк на басте. Бирюзовый. Кто такой бирюзовый? Я не знаю такого цвета бирюзовый. А, бирюзовый это вот этот. Бирюзовый. Все, я понял. Посмотрим. Ну, это, наверное, ближе к голубому. Ну, голубым я... Такое себя называют, конечно. Я ей говорю, что он там коричневый гей. Коричневый пикаем. О, кстати, за меня. Потому что я реально... Я держусь нормально и не палюсь. Потому что это не я. Так, оу, щит, молодцы, остался последний. Берегитесь, еще один. Предатель на борту. Где тут это задание? Во, вот это вот. Ой-ой-ой, интернет просто. Смотри, я тут... Интернет, когда только вот набирает обороты. Сначала 3 килобита в секунду. Не, в минуту вот вообще это было прям угар. Саботаж связи. Связь, саботаж, саботаж, связи. Это что, саботаж связи? Что? Я впервые это слышу. О, уже. О, все, молодцы. Чё со мной черный бегает, эй? Не ухлёстывай за мной, индекс. Ты хрен? Так, опять. Ну, кусь, пожалуйста, мне надо. Пожалуйста, мне надо. Я боюсь, реально, что меня сейчас в сраку подойдет. Ну ты и петух, кусь. Ну ты и петух. Так, ты тут кусь, а не убил? Пупсик. Так, кусь тут. Кусь. Да ё-моё, задолбался со своим саботажем связи. Так, стоять, я вас спалю. Спалю. О! Да блин! Задрали уже. Так. Я кусь не видел где. По ним вап. Что? По ним вап. Что? Курич странный. Так ты и есть корь. А, курич вот. Я еду нафиг полоску. Короче, погнали за еночка голосовать. У меня кусь тоже. Ну, короче, я с кусем был, он меня не убил. У него было 3 раза, когда он мог меня замочить. А то и больше. Погнали, короче, коричневого сливать. Эй, а чё голоса у чата никакого нет? Вроде был. Так, понятно, видимо, нету. Это, видимо, мне ложь сказали когда-то. Ха-ха, это не оправдание. Что правда, он гей. Потом, если это не я енотик, то Куся сливаем. Ну, он странный, потому что, блин. Ну, оу, щит, нормально. Перекоцали его. На, победа. Е, ребята. А, миропоц это эти? Миропоц это эти. Погнали, давайте сейчас посмотрю, что тут можно купить. Просмотреть куб. О, ребята, вот этот вот костюмчик. Ой. О, красота. Сначала покупаем черный этот, потом белый этот, потом это и это. Так, выбрать. Все, я буду таким вот. Так, давайте что-нибудь посмотрим. Ну хотя не, мне и так нормально. Ладно, ладно, ребят.
Можно скорость 1,5. Кстати, да, скорость что-то медленная. Ну что, для вас я тогда это приостанавливаю. Йоу. Так, ну и кто же я? Ну, нет. Ага, это очень-очень плохо. О, кстати, скорость нормально стала. Погнали, верхний мотор выровнять что-то. Опа, выравниваем. На. Так, вот тут вот теперь надо выровнять. На, выровняли. В электрощит нам сейчас. Ну, а, он просто пошел чекать, кто тут. Чтобы закрыть. Вы это видели, какой наглый? Джум, подождите. Я же его только что видел. Всех с наступающим Новым годом! Так. Я могу сделать щиты. Это желтый. Это желтый. Он у нас желтый. Это синий! А? Да, это таким голосом. Я видел синего! Спасибо, солдаты! Я щиты сделаю, алло. Алло. РК. Ну давай, кого тогда? Я еще стрелял. Кого он там стрелял? А за кого голосовать? Я просто... Вот это вот, ну сейчас. Все. Я отходил? Я отходил! А, все понял, надо было за синего голосовать. Так. Давай сразу вот так вот звук потише. Был один из предателей. Хорошо, остался один предатель. Все передали. Набегаться. Ну, сейчас нам по склад первый по пути. Так, где тут в складу вот эту вот чушь? Вот она. Раз, звездочка со звездочкой, треугольник с этим, с этим. Все хорошо. Теперь мы сейчас в навигацию сделаем сразу два. Ох ты ж какой. Идет прям. Прям вот тут стоит. Так. Выровняли все. Вот зачем? Ну зачем вот ты за мной бежишь? Ну зачем? Опа. Так, звездочка. Кружок, крестик. Так он же за мной сейчас побежал. На синюю. В электро. Как он в электро оказался так быстро? Черный и красный мир. Да, я согласен с этим. Этот тоже. Он со мной был. Так, подождите. Что-то сейчас... Мы с этим чуваком были. Все, я скип. Ну, как будки такой, знаете, фейк. Так, запись идет. Что мне карту открыл? А, ну там типа карту открывать. Кого это? О, коричневого. Оу, щит, молодцы. Как же это круто. Не, ну реально нормально так было. О, 2x.
1.5. Хорошо. Хорошо, хорошо. Так, где тут это? Да, что не нажимал, все. Что она не нажим? О, все. Покупаем. Вот теперь вот эту вот выбираем. Вообще, вообще. Так, что у нас по предмету? По предметам у нас все. О, вот так просто. Так, все, ребят. Так, ну и в общем, смотрите, вот бежит у нас этот мелкий. Мелкий бежит. Ну давайте меня, пожалуйста. Есть. Так, надо говно. Надо говно это спасать. Ой, я сейчас это так пальну был. Так. Где тут можно что сделать? В общем, давайте вот тут типа чи. А сами электро вырубаем. Ну а нафиг. Все, аккуратно теперь бежим и ищем кого додехнуть. Додехнуть. Так, что тут у нас? Тут у нас никого нету. На! Без люков слэшер убийца. Ему а достижение мне сейчас дали. Наверное, вам ни... они ни о чем не подозревали. Вот все. Мне дали вообще офигенные 2, 3, 4 достижения мне дали. Юма, вот, то есть от одного вот этого вот мне я уже заикаюсь даже, вот мне от этого вот могли вот кучу надавать, а мне и так это все надо. Вот так вот. Все. На, смотри. Юма, красиво. Подождите, это же на лицо получается? Да, смотри, Юма просто такой. На хищника похож. Со стороны, реально, смотри. Реально, обгнали, я с этим сетом буду до конца игры ходить. До конца этой серии. Ну что, ну для вас тогда пропускаем. Так, ну в общем, смотрите, почему-то я коричневый. Ну, дела, мне и так идет. Так, ну что, начало. Так, давайте. О, опять этот зелененький мелкий бежит. По тропинке. Черный. Ну давай, кто я? Понятно. Да сейчас все отыграем нормально. ПРП. Чё, я сам первый закружаюсь? Не может быть. Я сейчас бегу в электрощитки. Так, вот электрощиток. Раз. Ладно. Допустим, я этого не видел. Но если что, у меня на максимум подозрение. Петух вонючий. Я же знал, что я такой тупой. Гениально было. Так, ну и в общем. Опять этот зелененький бегает. А у нас начало. О, так, подождите, да, запись идет. Все, значит, так. Yeah. Ну, если я тогда был оборотнем, то сейчас обычный, да? Ну, типа, ну это круто. Но... Давайте саботируем электрощит. Сейчас все те, кто тут пробегут, будут валяться. Хе-хе-хе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, столовку закрываем нафиг. Фух, сейчас чуть не спалился. Вы это видали? Так, сейчас мне тут надо отвести подозрение.
Закрыть, то есть все, что возможно. Опа. А, да, я ж не один играю. У нас два предателя на карте, и я. Лошарок. Му. Помогите! Му! А кто зарепортил? А, понял. Это самый репорт. Это самый репорт надо написать. Но я, правда, на себя наведу все подозрения. Ага, это я, видимо, карту запер. Я карте, видимо, запер. У этой. Пятьдесят седьмой левел, откуда? Так не мой телефон. За что на меня-то? А что я сделал? Так, ну ладно. Ничья. Ну, опа, молодец. Ну, правда, это бессмысленно. О, сколько. Так, аккуратно. Я сейчас хочу это сделать все скрытно. Вот мне кажется, что вот этот боут с рупи. Так, в навигации. Не, в О2. Ай, ладно, все. Меня хилить, все. Я не хочу, блин, вообще. И что то, что он в админе был? Понятно. Ну ладно, давайте сейчас попробуем. Ай-яй-яй. Мне кажется, что эта карта мне хотела помочь. Мне даже не кажется, что это стопудово. Ну ладно. Погнали еще одну. Да, ребят, вот получилось как-то так очень плохо. Кстати, идет 23 минуты. Это последняя карточка на сегодня. Как бы первый Among Us у нас на канале. Вот уже зелененький бежит. Кстати, скоро накоплю на вот такого вот мелкого. Ну и я, как обычно, в экипаж. Ну хотя бы мне механику бы дали. Или инженера, я не помню, как он там. Ай-яй-яй-яй-яй. Тут всякий этот скам вонючий. Скам! Вонючий. Ну все, выровнял. Теперь идем нижний выровнять. Брат, для тебя защита моя. Погнали. Ну что, ну давайте это быстро выиграешь. Это синий, да-да-да. Не, ну блин, видели, как он вылез? Бум! Здорово! Да, он из люка, кстати, вылез. Это его была ошибка.
Ой-ой-ой, охрененно, 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 охрененно. Ждем. И мама у меня планшет разбитый какой-то. Я могу голосовать? Морф есть. Ок. Да, давайте сейчас посмотрим, какая у них дедукция. Ой, камена они уничтожат или оставят живых. А потом говоришь правду. Иди на. Иди на. Иди на, иди на, иди на, иди на, иди на, ну что он делает? Камена это посылайте. Но вы проиграли. Ну что, давайте посмотрим, как они будут выигрывать. Так. Давайте кого защитим. С кем пойдет вот этот вот синий? Вот надо Кэрота защитить. Да, ну не убивай, ну не убивай его. Он и не убьет. Смотри. Ай-яй-яй-яй-яй. Жалко, жалко, жалко. А вот сейчас он не жалко. Смотри, а защита работает или что? Или уже нет? Да, а мне что нельзя? Понятно. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Да он что, уже там это все? Сделал очень плохо. Надо, короче, давайте проходить скан. Не найдено. Но их и нету. Это синее, стопудово. Кто скан вышел, смотри? Связь. В связи. Связи они только что были. Ну, короче, ребят, ну, дедукция хреновая. Ну, в общем, дорогие друзья, как, наверное, уже поняли, все закончилось очень плохо, они проиграли. Выиграл синий. Ну и в общем, как бы уже 11 достижений из 33. Это круто. Осталось 22. Да. Хорошо. Ну, за сегодня у нас сколько достижений? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А, нет, четыре только за сегодня. Ну и все остальное это я уже сам добил. Ну и в общем, как говорится, всем пока-пока.